семена георгины, смесь окрасок кактус фловерит микс высевают в ящики в начале апреля. Всходы должны появиться спустя 1-2 недели. Рассаду георгины, смесь окрасок кактус фловерит микс высаживают в открытую почву во второй половине мая на солнечные или полузатененные места. В июле начинается цветение, которое длится до конца сентября. Цветы крупные и имеют до 15 см в диаметре. Лепестки окрашены в яркие краски. Само растение высокое, до 120 см. Сорт семян георгины, смесь окрасок кактус фловерит микс используют для одиночных посадок и создания клумб с другими высокими растениями. Георгина кактусовидная кактус фловерит микс — это травянистый высотой 130 см, диаметром 40 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка — смесь окрасок. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.